Сейчас увидел видео, как какой-то чувак сбросил с моста самокат каршеринговый. Ребят, ну вы что, такие все ущербные дебилы или что? Вам что, больше делать совсем нехер? Вам что, вообще никак нельзя нечем занять свою жизнь, кроме как пшикать, выходить на улицу с женщин газовым баллончиком, блять, поджигать что-то, ломать, крушить, пиздить других людей? Ну вы что, такие долбоебы, что ли, прямо конкретно? Я просто не знаю, ну просто я смотрю на вас и порой я думаю, боже мой, какие ущербные, блядь, ребята, все здоровые парни, у всех есть руки, ноги. Ну что, блядь, больше фантазии не хватает ни на что, как провести день, что обязательно нужно кому-то причинить, блядь, неудобство, ущерб или, блядь, кого-то убить на стриме. Ну вы долбоебы совсем. Ну, блядь, очнитесь, это позор.